Светлана Александровна Кобзева преподает в детской музыкальной школе имени Балакирева по классу фортепиано уже 53 года, а все началось с семьи. У педагога целая династия музыкантов. Дедушка играл на скрипке и балалайке, а папа обладал хорошим тенором, за что и получил прозвище «Саровский соловей». Светлана Александровна училась в музыкальной школе, потом окончила училище и консерваторию. Вообще, я всегда хотела быть артисткой. Артисткой, но папа хотел, вот, чтобы мы были именно музыкантами. И, конечно, я никогда не пожалела о том, что я была учителем музыки, потому что здесь соединилась моя любовь к музыке, моя любовь к детям. Но свою мечту быть артисткой Светлана Александровна все-таки смогла осуществить. Она выступала с концертами и в Доме ученых, и в драматическом театре, и в самой музыкальной школе. Педагог слышит в музыке божественную красоту, переживает в ней целый спектр эмоций. И все это она передает ученикам. Я поражаюсь тому, что вообще композиторам, как можно было из 7 нот придумать такие шедевры, которые спустя столетия волнуют людей. И избранные, я и ученикам говорю, что вот вы пришли в музыкальную школу, и вы будете не такими, как все, потому что вы понимаете ту красоту, которой вы обучаетесь. Фортепиано для Светланы Александровны как родной человек. В нем нет тайн, оно просто и понятно. И перед новым учебным годом педагог всегда говорит ученикам и их родителям, что она учит тому, что умеет сама и любит больше всего. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.